саженцев локса метельчатого флеймпепла оценят по достоинству те, кто в саду предпочитает цветы с ровными оттенками без пятен и вкраплений. Пурпурные цветки, не выгорающие на солнце, распускаются на соцветиях в июне-июле. Дополнительными преимуществами сорта являются его неприхотливость к условиям произрастания, устойчивость к заболеваниям. Единственный недостаток – пушистые метельчатые соцветия могут пригнуть к земле сильный дождь. В ландшафтном дизайне Phlox Flame Purple используется и в одиночной посадке, и при создании роскошных композиций, например, из флоксов разного цвета. Phlox метельчатый Flame Purple – это многолетнее растение высотой 50 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Phlox прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола Phlox метельчатый Flame Purple можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает Phlox метельчатый Flame Purple в месяц июнь-август. Цветок окрашен в пурпурный цвет. Лист этого прекрасного растения по форме ланцетный, овальный. Обратите внимание, что Phlox метельчатый Flame Purple – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.